Сборная Японии победила команду Колумбии со счетом 2-1 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча группы H прошла в Саранске и собрала более 40 тысяч зрителей. На третьей минуте матча Карлос Санчес сыграл рукой, преграждая путь мячу в пустые ворота, и получил красную карточку. Пенальти реализовал полузащитник сборной Японии Синди Кагава. На 39-й минуте Хуан Кинтера сравнял счет, но на 73-й минуте Юя Осака принес японцам победу. Он же был признан лучшим игроком встречи.